я читаю. Да, читайте, да. Вопросы и отвечайте. Вопрос на подумать. Вы правда верите, что ваша карьера успешна? Да, верю, вполне. Ну, это прям, да, не для вас вопрос, потому что нет, то, что она успешна, достаточно очевидно. Это я не чемпион по успешности, но она вполне успешна. Господи, мне и везло довольно часто, и я с какими замечательными парнями сталкивался. Mm-hmm. Тут тоже вот один Евгений Александрович Евстигнеев, чего стоит, которого я упомянул в разговоре. Да. Вы упомянули в разговоре еще, кстати, вашу старшую сестру. Она чем занимается? Ее карьера успешна? Она врач-педиатр. Вполне. Она успешна по определению, потому что она работает с детьми, поэтому здесь никаких других не может быть толкований. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».